Хранение, изучение и развитие чувашского языка. Проект с таким названием одобрили на заседании Кабинета министров Чувашии. Каким будет механизм реализации, узнавала Юлия Важенина. В республике планируют создавать мультики на чувашском языке. Авторы идеи считают, что так легче привить интерес к языку в раннем возрасте. Сам проект предполагает большую системную работу и включает ряд инноваций. Программа предусматривает реализацию 5 основных мероприятий. Это развитие организационной инфраструктуры, реализация эффективной языковой политики, создание условий для полномасштабного функционирования чувашского языка в информационно-коммуникационном пространстве, обеспечение научно-методического сопровождения процессов сохранения и развития чувашского языка и совершенствование системы изучения чувашского языка. Также создание условий для формирования ценностного отношения к чувашскому языку. Благодаря программе впервые с 2014 года книги чувашских писателей на родном языке возвращаются в школьные библиотеки. Ими пополнятся и библиотечные фонды. Это произведения классиков и современных писателей, а также краеведческая литература. Для того, чтобы сохранить язык чувашской культуры, конечно, нужно начинать в семье, это однозначно. И надо начинать со школы. И дальше, конечно, на нас, вот работников искусства, культуры, огромная ответственность ложится, чтобы мы не только сами любили не то слово пропагандировать, нет, как-то помогли верить, что любая нация развивается, становится полнокровным только в том случае, когда он не забывает свои предков. В планах внедрения инновационных методов преподавания чувашского языка, развития информационных ресурсов для его интеграции в электронное информационное пространство. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.